Привет, друзья! Ну что ж, как говорится, вы просили, получите и распишитесь. Сегодня у нас с вами речь пойдет о диких зверях, с которыми у вас есть шанс встретиться в вашем походе и которыми так часто вас пугают в различных роликах. Я вот говорю в походе, а на самом деле шанс выпадает также и всем грибникам, ягодникам, безусловно, нам, охотникам. И, кстати, выживальщикам, которые отправляются куда-то в глухой лес и особенно любят ночевать зимой в сугробах. Для вашего удобства, заметил, многим нравится, оставлю временную навигацию в самом первом закрепленном комментарии к этому фильму. Материалы очень объемные, фильм большой. Кстати, если вы не так часто выбираетесь на природу, то в целях общего развития, я думаю, вам тоже будет полезно посмотреть этот фильм. Так что налейте себе чайку, устраивайтесь поудобней и поехали. Прежде всего, хочу поставить жирную точку во всех этих заявлениях относительно медведей и волков. Ролики, которыми настолько запугали людей, что иногда мне даже пишут: «Юрий, а вы вот не боитесь выбираться в глухой лес куда-то? Не боитесь, что на вас нападет медведь или волк там какой-нибудь?» Нет, ребят, я абсолютно не боюсь диких зверей, не боюсь встречи с ними. Честно вам сказать, я людей больше опасаюсь. Но об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Так вот, сегодня я постараюсь развенчать все эти мифы и разложу вам по полочкам все, что вы должны знать о встрече с диким зверем. А также расскажу вам реальные истории от моих знакомых охотников из разных регионов России, с которыми я периодически общаюсь и переписываюсь. Кстати, да, вот эти ролики о медведях, которым вас пугают. А где, например, гонный лось или секач на махах? Эти копытные могут натворить бед куда больше, чем медведь. А где рыси? Ни слова в роликах об этой кошке. Кое, кстати, хватает уже и в наших угодьях. А между тем, рысь является куда более хитрее, проворнее и сообразительнее медведя. Это вообще прирожденный хищник. Ну правильно, медведь — это же ведь огромный монстр, который там ждет вас за каждым деревом и норовит при любом удобном случае напасть на вас и разорвать на куски. Мы с вами рассмотрим все повадки и поведенческие особенности дикого зверя, который обитает у нас в центральной части России, а также разберем следы и тропы. Речь пойдет в основном о диком звере, обитающем в наших средних широтах. Так что, жители Приморского края, уж не обессудьте, уссурийского тигра у нас сегодня не будет. А для начала, перед тем, как расскажу о поведенческих особенностях каждого из вида диких зверей, прям вот сходу развенчаю несколько мифов, которые так часто показывают вам в роликах и которые блуждают на просторах интернета. Итак, запомните раз и навсегда, ребят, у зверя нет аналитического мышления. В основном все звери руководствуются инстинктами и рефлексами. Есть три базовых инстинкта. Первый – инстинкт самосохранения. Второе – инстинкт выживания. И третий – инстинкт размножения. Эти три базовых инстинкта заложены во всей фауне и передаются из поколения в поколение на генетическом уровне. Есть еще четвертый – материнский инстинкт, присущий каждой самке в опеке над своим потомством. Но мы с вами коснемся этого инстинкта уже непосредственно, когда будем разбирать поведенческие особенности каждого зверя, потому что этот инстинкт присущ что хищникам, что травоядным. Теперь давайте рассмотрим каждый из этих трех базовых инстинктов отдельно, чтобы у вас сложилось понимание, как они работают. Инстинкт самосохранения – это, проще говоря, угроза жизни или причинение тяжких увечий. Так вот, запомните, человек – для любого зверя является угрозой номер один. Это инородный и абсолютно непредсказуемый и непонятный объект в естественной среде обитания любого зверя. В 90% случаев даже прирожденный хищник не будет специально искать встречи с человеком. Нападет только если что-то будет угрожать напрямую его жизни или жизни его потомства. Но это, как правило, носит в основном оборонительный характер. Несмотря на свою силу и мощь по отношению к человеку, даже у такого крупного зверя, как медведь, учуявшего ваш инородный запах, включится инстинкт самосохранения, и, как правило, он развернется и уйдет. Если с вашей стороны не последует никаких угрожающих действий, зверь не будет с вами связываться. Инстинкт выживания. Что это такое? Это еда.
И он может выйти на первое место даже перед инстинктом самосохранения, но только в случае критического недостатка или полного отсутствия естественной кормовой базы. Например, когда количество волка в угодьях непропорционально выше количеству копытных, и от этого будет зависеть их жизнь. Вот только тогда есть вероятность того, что зверь нападет на человека в качестве легкой добычи. И то далеко не всегда. Для этого опять же должны сложиться определенные условия. Скажем, это суровая зима, и снежный покров не позволяет докопаться до какого-то подножного корма. Это отсутствие или недостаточное наличие дичи в привычной пищевой цепочке, например, копытных или зайцев. И это также фактическое нахождение человека на территории хищника, то есть легкая добыча. Инстинкт размножения также базовый, присущ практически всей фауне. Не нужно в период гона лося в сентябре-октябре ломиться куда-то в угодье ради бушкрафта, а уж тем более пытаться подойти близко и снять на камеру борьбу двух самцов между собой за территорию или за самку. Не нужно специально искать лёжки зверя, ходить по тропам, специально выискивая их. Грубо говоря, не ищите проблем на свою пятую точку. И не вмешивайтесь в жизнь животных, особенно в их брачный период. В этот момент у них выбрасывается, особенно у самцов, выбрасывается в кровь бешеный адреналин, и все остальные инстинкты довольно притупляются. Инстинкт самосохранения и инстинкт выживания. На первое место выходит инстинкт размножения, и даже безобидный и очень осторожный по своей природе лось может стать страшной угрозой. Таким образом, понимая базовые инстинкты зверя, мы уже на 80% можем не бояться быть съеденными, разорванными или травмированными. Первое. Зверь может напасть, но только защищая себя или свое потомство. В 95% случаев, едва учуяв вас, если вы не проявляете к нему какую-либо агрессию, зверь развернется и уйдет так, что вы даже его не увидите и не услышите. Второе. Вот в нашей средней полосе, если не происходит каких-то катаклизмов, природных аномалий, там, лесных пожаров и так далее, то даже зимой зверь без особого труда может добывать привычную для него пищу. А я уж не говорю о осеннем или летнем сезоне. То есть естественной кормовой базы зверю предостаточно. И нападать на вас в качестве добычи еды он точно не будет. Даже в период суровых зим начинается такая миграция пищевой цепочки. То есть привычная кормовая база хищника, то есть копытные, там, косули, лоси начинают мигрировать. То есть смещаются туда, где они могут более-менее легче добывать себе пищу. Туда же уходят и все остальные хищники, волки, там, рыси, росомахи, они прям двигаются вслед за ними. Это естественная природная цепочка. И еще раз вам скажу, человек не является привычной едой для любого хищного зверя. То есть зверь будет искать в основном привычную для него кормовую базу. И чтобы быть съеденным, это вам нужно еще очень хорошо постараться. И третье, если вы специально не будете вмешиваться, так скажем, в семейные дела зверей, они на вас точно не нападут. То есть в этих случаях шанс нападения на вас дикого зверя крайне мал. Нападение на вас зверя можно разделить на два понятия. Первое – это спровоцированное нападение, и второе – неспровоцированное. Ну, первое понятно, человек намеренно или, может быть, даже по незнанию повадок зверя провоцирует его на атаку. А второе, неспровоцированное нападение в основном является причиной непонимания вас и ваших действий зверем, самим зверем. Чтобы обезопасить себя от нападения, вам всегда нужно помнить о основных звериных инстинктах и знать о поведенческих особенностях того или иного зверя. И предлагаю прямо начать с самого нами любимого бурого медведя. Современное суждение людей о буром медведе можно разделить на две крайности. Первая крайность заключается в том, что медведя считают неким когтистым аналогом
травоядной скотины, типа свиньи или коровы. А вторая крайность уже наоборот. Считается, что медведь — это некое кровожадное чудовище, где-то постоянно поджидающее вас из засады, ищущее любой удобный момент для нападения. Оба этих суждения абсолютно неверны. Люди, исповедующие эти крайности, как правило, черпают информацию из какой-либо авантюрной приключенческой литературы или задушевных рассказов на околоохотничью тематику. То есть это случайные люди в тайге, в лесу, но, как это ни прискорбно прозвучит, составляющие большинство населения планеты Земля. Пропаганда обоих этих суждений чрезвычайно вредна для человека, который всерьез решил остаться наедине с природой где-то в лесу или в тайге. Как правило, в группе риска быть атакованным медведем в 85% оказываются именно охотники. Такой риск присутствует и у людей, чья профессиональная деятельность связана с постоянным пребыванием в дикой природе. Это промысловики, оленеводы, геологи, биологи и так далее. Ну а теперь давайте детальнее разберемся с поведенческими особенностями медведя, чтобы лучше понимать его. Для удобства понимания предлагаю нам с вами разделить бурого медведя на 4 основных группы. Первая – это взрослые самцы возрастом от 6 лет. Вторая – медведицы, самки. Третья – это пистуны или сигалетки, как их еще называют, медвежата годовалые или двухгодовалые. И четвертое, это, так скажем, ну назовем их подростки, это половозрелые самцы возрастом где-то 3-4 года. Есть еще совсем маленькие мишки возрастом где-то месяцев 6 всего, их называют ланчики, но в рамках данного фильма рассматривать их не имеет смысла. Взрослый самец, как правило, является резидентом в угодьях, то есть хозяином медвежьего надела. Такой медведь, несомненно, может нести угрозу, но только если вы спровоцируете его на это. Нападение такого самца на вас становится очень вероятно, если вы окажетесь где-то рядом с его добычей. Это может быть груда рыбы где-то на берегу реки, какая-то падаль и так далее. То есть, ну, все правильно, медведь, защищая свою добычу или не желая ею делиться, с очень большой вероятностью нападет на вас, это вполне логично. Как правило, в группу риска попадают в основном охотники и, кстати, браконьеры. Существует много случаев, когда браконьеры, допустим, где-то подальше от станища тайком добывали лося, разделывали мясо прямо на месте, далее прикапывали его снегом и уходили. После чего где-то днем снежок подтаивал на солнышке, мясо начинало ароматно попахивать. На этот запах тут же прибегал медведь, счастливый и довольный такой неожиданной добычей. Он лакомился мясом и залегал где-то неподалеку. А через пару дней возвращался браконьер, чтобы забрать мясо, насколько это возможно, сколько он сможет унести. Медведь в это время находился в засаде, не желая делиться своей добычей, он тут же нападал на этого браконьера и разрывал его на куски. Это закономерно. Ну а вам же, скажем, как туристу или даже коллеге-охотнику, должно быть понятно как на духу, что если вы где-то на берегу там таежной речки нашли какую-то груду рыбы, на первый взгляд бесхозную, или наткнулись на какую-то падаль, или чувствуете запах таковой падали, не нужно к ней приближаться. Не нужно идти проверять, чем это там пахнет. Есть шанс, что эта добыча уже чья-то. Наверное, каждый из вас слышал, что медведи на зиму впадают в спячку. Это так и есть. Так вот, шатун – это тот медведь, который по тем или иным причинам в эту спячку не залег. Это может быть связано с тем, что за осень он не смог накопить должного количества подкожного жира и не может лечь в спячку. Либо еще бывают случаи, что, конечно, очень нехорошо, когда группа охотников, натыкаясь на берлогу, потревожила медведя и не добыла его. Медведь проснулся и обратно залечь в спячку он уже не может. Такие медведи становятся шатунами. Характерное появление шатунов типично для северных регионов с суровым климатом. Такой медведь крайне слаб,
Он беспорядочно бродит по лесу в поисках любой добычи. Его буквально шатает из стороны в сторону, именно поэтому их и называют шатунами. Добыть какую-либо дичь зимой для шатуна крайне сложно. Любой зимний зверь, он приспособлен к этим условиям, шатун же нет. Зимой он должен спать. Поэтому, если по какой-то нелепой случайности человек оказался в лесу и наткнулся на след медведя, шатуна, 99%, что он будет съеден. И такой вот удручающий вид доходяги, он крайне обманчив. В нужную минуту медведь мобилизует все свои ресурсы, атакует вас, разорвет на части. Он будет нападать из засады, так что вы его даже не увидите и не услышите. Если долгое время шатун не находит себе добычи в лесу, он начинает смещаться ближе к людскому жилищу. Основным объектом их добычи становится домашний скот. Шатун может очень долгое время находиться в засаде, но заприметив стадо оленей, он тут же нападет на них и в буквальном смысле разорвет на куски. Также запросто шатуны заходят и куда-то в домике, в избушке, начинают рыться в сараях в поисках запасов. Даже бывает, что выходят на дороге и ожидая случайного прохожего. В данном случае, как мы с вами понимаем, на первом месте у шатуна инстинкт выживания. А инстинкт самосохранения, присущий всем медведям, он настолько притуплен, что шатун даже уже не боится, что кто-то ему может причинить какой-либо вред. То есть медведь настолько обезумел, что бывают даже случаи, когда он находит берлогу своего сородича, раскапывает ее, убивает спящего там медведя, съедает его и занимает эту же берлогу. Если за сезон шатуна не выбивают местные охотники, то к концу зимы он становится настолько слаб и истощен, что, как правило, до весны уже не доживает. В группу риска встречи с шатуном попадают жители северных регионов. Это оленеводы и охотники. Сибирские охотники многое вам могут рассказать о встрече с шатунами. Перед съемками этого фильма я пообщался с одним своим знакомым сибиряком. Он также охотник, как и я. Он сам, Бог миловал, ни разу не встречался с шатуном. Но вот его отец с другом как-то давно такая встреча у них произошла. Он мне ее рассказал. То есть взрослые мужики, опытнейшие охотники, повстречались с шатуном на заимке возле их охотничьей избушки. Шатун забрался в эту избушку, учуял людей и бросился из избы прямо на них. Охотники разрядили в него все свои магазины карабинов. Позже насчитали 8 точных попаданий. Все пули прошли на вылет. И лишь одна единственная, четко в голову, остановила этого шатуна буквально в 2-3 шагах от ребят. И вот смотрите, да? То были опытнейшие северные таежные охотники с нарезным оружием, полными магазинами. Представьте, что будет с вами, если вы бушкрафтер или выживальщик, решивший переночевать недалеко от медвежьей тропы зимой в сугробе. Как правило, в таких регионах первыми о появлении шатунов узнают охотничье общество. Егеря стараются организовать облаву, либо приваду на этого бедолагу и выбить его. Однако, вот положа руку на сердце, у нас в отдаленных регионах до сих пор на самом деле такой бардак, что рассчитывать на скорое уничтожение шатуна в угодьях сразу и быстро не приходится. В общем, в случае с шатуном вывод один, и, по-моему, он очевиден. Если вы, не являясь непосредственным коренным жителям северных регионов Крайнего Севера, вдруг по какой-то нелепой случайности оказались зимой в тайге и, не дай бог, наткнулись на медвежий след, это для вас должен быть уже не звоночек, а прямо-таки набат. Наличие медвежьего следа зимой, ребят, это понятно, да? Ну и, наверное, надо быть совсем без головы, чтобы еще начинать тропить этот след. Нет, я не удивлюсь, если такие случаи тоже бывали, но тропить медвежий след зимой, ну, в общем, ну, понимаете, да, ребят?
Сами по себе эти медвежата не представляют для вас никакой угрозы. Ну, считайте, это годовалые дети. Они легко отгоняются из лагеря любым подручным средством. Правда, у медведей, особенно у вот пестунов и подростков, есть такая характерная особенность – это природное любопытство. И случаев, когда такие медвежата забегали в лагерь геологов или просто туристов, предостаточно. Как я еще раз скажу, ничего страшного в них нету. Угроза кроется в другом. Где-то неподалеку всегда находится их мамка. Она всегда начеку и опекает свое потомство. У самой медведицы никаких целей, уж тем более предпосылок для добычи вас в качестве еды нет. Она просто оберегает свое потомство. И вот тут даже любые взмахи палки, попытки подойти к пестунам, или уж тем более, я не знаю, какие-либо угрожающие действия, моментально будут трактованы медведицей как угроза ее потомству. Она, не задумываясь, нападет на вас, как минимум постарается вас отогнать. Убить, скорее всего, не убьет, но причинить тяжкие увечья запросто. Расскажу вам такой реальный случай. Старший геолог геохимической экспедиции как-то повстречался в тайге на тропе с медведицей и пестунами. Видимо, от страха он развернулся и наутек побежал от нее. Медведица догнала его и мощным ударом по рюкзаку сбила его с ног. Геолог вскочил на ноги и снова побежал. Второй раз медведица догнала его и сбила с ног уже у речки. Геолог упал на живот, перевернулся на спину и в 5-7 метрах увидел над собой рычащую медведицу. Он нащупал в кобуре револьвер, достал его и сделал один выстрел в сторону медведицы. От шумного гулкого выстрела из револьвера медведица убежала. Бог его миловал. В данном случае по незнанию геолог сделал две критические ошибки. Во-первых, он развернулся и побежал спиной от дикого зверя, что является сигналом к атаке. Это для любого зверя, особенно хищного. И второе, он начал стрелять в медведицу. Вот Бог его миловал, он в нее не попал. Но стоило бы попасть из револьвера, медведица, вероятнее всего, он бы не причинил никакого особого вреда. Это было бы легкое ранение. И вот тут она бы уже его разорвала, так как это уже инстинкт самосохранения. То есть в данном случае геолог абсолютно не понял намерений медведицы, которая всего лишь хотела отогнать его подальше от ее потомства. Еще раз вспоминаем, у зверя нет аналитического мышления. Если есть хоть какая-либо малейшая угроза ее потомства, она отгонит. Но нападать на геолога в качестве добычи еды она даже и не помышляла. Поэтому, если так получилось, что вы где-то в тайге находитесь, и в ваш лагерь заглянули медвежата, ни в коем случае не вскакивайте, не начинайте шуметь там, не делайте никаких резких выпадов в их сторону. Не махайте палками, ничего в них не кидайте. Самым лучшим вашим действием это будет потихоньку встать и медленно, бочком, не поворачиваясь спиной, отойти от лагеря подальше, на время, пока там будут медвежата. Ну да, они могут порыться где-то в вашем снаряжении, ничего страшного. Бывали даже случаи такие, что вот группа туристов, сидя где-то на бревнышках в лагере, ну, это было в основном уже вечернее такое, практически ночное время, горел большой костер, к лагерю приблизились пестуны. Ребята как сидели, так и остались сидеть. Буквально где-то через... Они там пошуровали немножко, понюхали все. Буквально через пару где-то минут, ну, 2-3 минуты, из где-то метров 30 из леса раздался такой короткий рык, и медвежата как по команде развернулись и убежали. То есть мамка даже не стала выходить, она их просто позвала обратно. Ну, запах, огонь, во-первых, это угроза для любого зверя номер один. Они боятся огня. Посторонние запахи, все это позволило медведице, не приближаясь, просто позвать за собой ее детей. То есть в данном случае ребята, просто ничего не делая, оказались в такой ситуации, что на них не напала медведица. Это было самое правильное действие. То есть вообще ничего не делать. При этом у медведя, как правило, очень хорошо развит инстинкт самосохранения и особенно память на всякую опасность и угрозу. По большому счету, ну, назовем его в кавычках таким трусливым. Вот. Хотя, опять же, в кавычках, условно трусливым зверем.
Поэтому вот та медведица, которая ушла с медвежатами, она уже точно не вернется больше на это место. Не нужно при этом быстро сворачивать лагерь, в попыхах убегать оттуда. Вот она еще долго туда не придет. То есть, подытоживая насчет медведицы, сама по себе она не ставит никакой цели вас съесть. Ну, надо понимать, ну, представьте, если вашим детям бы что-либо угрожало, как бы вы отреагировали? Так же и здесь. Она просто оберегает, опекает свое потомство. Поэтому любые ваши действия, там, взмахи дрына, грубый голос и так далее, может быть трактован медведицей по-своему, и, естественно, она на вас нападет. Они сами по себе особой угрозы для вас не представляют, все-таки они еще не такие большие, хотя уже способны вести самостоятельный образ жизни, добывать себе пропитание, строить берлогу, они уже не нуждаются в материнской опеке. Их можно сравнить действительно с такими вот подростками, причем эдакой даже шпаной. Зайти в лагерь, разворошить ваше снаряжение, порвать палатки, одежду, порыться где-то везде, там, полакомиться какой-либо снедью, это все они. То есть при этом все это у них вызывает бешеный восторг. Они прямо-таки это делают с удовольствием. Особого вреда вашему здоровью вам они не причинят, но пушуровать в лагере и натворить беды в плане ваших вещей и снаряжения запросто. Ну, то есть такое вот хулиганье дворовое. Таким образом подведем и некоторые итоги по бурому медведю. Наибольшую угрозу представляет медведь-шатун и медведица с пистунами. В первом случае, как я уже говорил ранее, едва увидев медвежий след на снегу, немедленно уходите оттуда. Не бегите, но в быстром темпе удаляйтесь. И второе, когда вы встретились с пистунами, не делайте резких движений, не проявляйте агрессию. Самым лучшим действием будет отойти подальше от них, в сторонку. Не убегайте, не бегите, сломя голову, как тот бедный геолог. Вот. А, кстати, крепкого ему здоровья. Парень в рубахе родился просто. Я думаю, такие вещи, они на всю жизнь запоминаются людям. Так что просто спокойно отойдите от них подальше. Не ищите с ними какого-либо контакта. В этом случае шансы нападения на вас медведицы практически сводятся к нулю. Ну а теперь спешу успокоить многих из вас. В настоящее время в нашей вот средней полосе шансы встретиться с медведем для вас практически равны нулю. Они крайне малы. Связано это с тем, что поголовье медведя в центральной полосе оно довольно ограничено. У нас это официальный к охоте разрешенный вид дичи. Поэтому медведи наши, они крайне осторожны. Они давно уже привыкли к тому, что человек находится где-то в угодьях. Они его опасаются. Они очень хорошо слушают различные посторонние шумы, чуют запахи. И в 99% случаев они уходят куда подальше от вас. То есть они вас за много верст почуяв, они разворачиваются и уходят. Медведица уведет за собой пистунов. Взрослые медведи также куда-то уходят глубже в буреломы и там пережидают. Уж лучше пару дней без еды, как говорится, чем быть добытым и убитым. Относительно комфортно медведь ощущает себя в отдаленных, таежных, северных районах. Со времен распада Советов промысловая охота на этого зверя практически во много раз снизилась. Его поголовье довольно увеличилось. Зверю там комфортно, поэтому шанс встречи с медведем в основном выпадает жителям этих регионов. Но, как правило, медведь все-таки довольно осторожный зверь. И по большому счету это все в основном страшилки и пугалки. Значительная часть случаев нападения волков на человека обусловлена бешенством. Однако немало случаев нападения и здоровых особей. Но опять-таки, в основном это касается малонаселенных человеком регионов, где волк себя чувствует относительно комфортно, при этом с довольно скудной кормовой базой. В таких местах волки привыкли кормиться за счет человека и куда в меньшей степени его опасаются.
Чувство обоняния у волка развито очень сильно. Он может обнаружить добычу на расстоянии до 3 километров. Обоняние у волков в 100 раз лучше, чем у людей. Волки различают около 200 миллионов оттенков запаха, а люди всего лишь 5 миллионов. Именно через запахи волк и получает большую часть информации. Волки являются прирожденными охотниками. Это умный и хитрый зверь. Как правило, ведут стайный и оседлый образ жизни. Лишь к лету, когда стаи распадаются, волки переходят на полубродячий, парный или одиночный образ жизни. Часто встречаются случаи охоты волков в загоне. То есть часть волков сидит в засаде, а другая часть гонит на них косулю. Также волку присуще некое шестое чувство. В древности у славян ему придавалось некое сакральное значение. Его почитали и охраняли. Сейчас вот в современное время для нас, охотников, добыть волка считается вообще большой удачей. Охотник, которому повезло, сразу записывается, ну так скажем, в некую касту избранных, и остальные охотники относятся к нему уже с большим уважением. Все это я вам рассказываю, друзья, чтобы вы понимали, что волку действительно, похоже, присуще некое шестое чувство. Он способен очень хорошо ощущать страх и слабость жертвы. Я вот лично не проверял, слава богу, но поговаривают, что у волка даже некий гипнотический взгляд. Он гипнотизирует жертву, в буквальном смысле обездвиживая ее. Однако спешу вас обрадовать, друзья. Если вот вы житель средней полосы и к тому же не являетесь охотником, то 99% того, что за всю вашу жизнь вы так и не повстречаете волка. Дело в том, что вот со времен распада советов большинство охотничьих хозяйств перешло на коммерческую основу. И поголовье косули, кабана и лося очень хорошо регулируется, ведется селекционная работа в таких хозяйствах, то есть поддерживается численность. К слову сказать, бизнес это довольно прибыльный, скажем, та же лицензия на загонного лося колеблется порядка примерно 65 тысяч рублей за одну взрослую особь. Поэтому в таких охотничьих обществах, как правило, очень тщательно следят за появлением какого-либо хищника, особенно волка. Как только егеря находят хотя бы единственный волчий след, как правило, тут же организовывается облавная охота методом флажкования. На эту охоту приглашаются охотники с разных районов и областей. Многие едут, я вот ни разу не был на волчьей охоте, но многие, я знаю, мои друзья, товарищи, едут за много сотен километров на такую охоту, ибо, как я уже сказал ранее, добыть волка, это считается для нас большой удачей. Где есть волк, фактически, там не будет много копытных, и коммерческая охота, она будет здесь испорчена. Однако при правильном подходе охотоведы и егеря все-таки оставляют небольшое количество волка в угодьях, чтобы не нарушать баланс экосистемы. То есть наши волки, они матерые профессора, умудренные опытом. Как только, едва зачуяв какой-либо посторонний запах, запах человека, а как я вам уже говорил, нюх у них превосходный, они тут же уходят. Бывает, даже через флажки уходят. То есть наши волки, они, ну скажем так, очень зашуганы и крайне осторожны. Однако для жителей малонаселенных регионов шанс встречи с волком увеличивается. Наибольшую угрозу представляют волки-одиночки. Без стаи волку становится крайне сложно добыть себе привычную еду – лося, кабана или косулю. Поэтому волк старается найти легкой добычи, кое запросто может стать и человек. В таких отдаленных районах России бывают случаи, когда небольшая стая волков обосновывается близко от человеческого жилища. Естественно, надо понимать, что жизнь людей в таких районах, она довольно сложна и намного опаснее, чем у нас. После распада советов, к сожалению, как таковой статистикой заниматься перестали, поэтому каких-либо достоверных сведений о ежегодных нападениях волка на человека найти крайне сложно. Отдельные весточки доносятся с различных регионов, но вот я думаю, многие со мной согласятся, в том числе и охотники, если еще у нас в центральной полосе
какое-то подобие порядка присутствует, то в отдаленных таежных районах там вообще со статистикой беда. Но, как и в случае с медведем, да и любым другим хищником, однозначно можно сказать, что в группе риска оказываются, опять же, жители отдаленных северных районов с скудной кормовой базой. Вот тут вот шанс быть съеденным группе какой-либо незадачливых туристов резко увеличивается. Однако, если все-таки так случилось, что вы встретились с волком, есть несколько базовых правил поведения, которое позволит вам избежать беды. Первое и самое главное, где-то неподалеку, за кустами, там, за деревьями, если вы вдруг заметили волка, ни в коем случае не вздумайте поворачиваться к нему спиной и в панике убегать. У зверя тут же включится инстинкт хищника, вы будете быстро настигнуты и атакованы им. При этом изначально, вероятно всего, у волка даже не было задачи на вас нападать. Он просто за вами наблюдал. Поворачиваться спиной и бежать от зверя – это грубейшая ошибка. Опять же, перед съемками этого фильма я пообщался в переписке с одним таежным охотником, который мне поведал такую историю, приключившуюся с ним на охоте на боровую. Охотник сидел под сосной, карауль тетеревов, в руках двустволка, заряженная дробовыми патронами. Как вдруг неожиданно он ощутил на себе спиной, ощутил некий взгляд. Вообще, я вам так скажу, и на себе это не раз испытывал. У человека есть такое тоже, какое-то подобие, наверное, наличия шестого чувства, и мы всегда ощущаем на себе какой-либо посторонний взгляд сбоку, сзади и так далее. Так вот, охотник, ощутив этот взгляд, обернувшись, увидел где-то метров 30 такого крупного матерого самца, волка-одиночку. Однако охотник не растерялся. Он забыл про свое ружье, как он мне рассказал. Он вскочил на ноги, широко расставил руки и с угрожающим, устрашающим видом, издавая такой дикий рев, начал двигаться на волка. Волк моментально развернулся и просто скрылся в неизвестном направлении. Он банально испугался. То есть вот в данном случае было как раз сделано все правильно. Хотя, в принципе, наверное, выстрел бы из двустволки, он бы сделал свое дело, и волк и так бы убежал. Но в данном случае волк не почувствовал исходящего страха от человека, а наоборот, некую агрессию и такую самооборону. Волк не стал испытывать судьбу, то есть рисковать и проверять, что это за особь такая и на что она вообще способна. Человек ему абсолютно неизвестен. Он ретировался. Также волки никогда не пойдут и к месту очага с костром, с огнем. Вообще костер – это фактически такая уже угроза, как и человек. То есть угроза номер один для любого зверя. Защититься от бешеного волка практически невозможно. Особенно если вы без огнестрельного оружия или, допустим, ножа. Однако насчет ножа и так далее, вот тоже я смотрел ролики, где ребята рассказывают. Нет, хорошие ребята, хорошие ролики, довольно правильно. Но, ребят, у меня дикие сомнения, рассказывают, что дайте волку на себя напасть, подставив руку, либо, попытайтесь выколоть ему глаз. Да, это его сильно, обескуражит, да, но вы представьте, да, матерый волк, мощные челюсти, острые клыки, шансов очень мало. Вот, на мой взгляд, самым эффективным методом защиты от такого волка будет перцовый баллончик. Если вы куда-то действительно решили выбраться, особенно в одиночку, в глушь, в дикий лес, заняться выживанием, возьмите с собой баллончик, он не помешает, ношу вам тянуть не будет, но это эффективное средство против волка точно, потому что, еще раз вам скажу, основную информацию волк получает через нос. Если вы распылите струю из баллончика даже близко от волка, это моментально его дезориентирует, он лишится основного своего органа чувств, и с огромной вероятностью он убежит куда подальше от вас. Подытожив все вышесказанное о волке, все-таки еще раз скажу, что вот для нас, для жителей средней полосы, то есть центрального региона, все-таки шанс встретиться с волком практически равен нулю, либо крайне мал. Ну а если вы куда-то собрались, там в глухую тайгу и так далее, испытать себя в качестве бушкрафта или выживания, не гнушайтесь, возьмите с собой баллончик, он лишним точно не будет. По крайней мере, душа у вас будет отчасти спокойна, вы сможете защитить себя. We'll be right back.
распада Советов рысь обыкновенная являлась промысловым видом охоты, благодаря особой ценности их шкуры. Кстати, мясо рыси, оно в отличие от остальных кошачьих, является нежным, вкусным и напоминает телятину. Одно время их даже пытались разводить в домашних условиях, однако все эти попытки не увенчались успехом. Благодаря чрезмерным несопоставимым затратам по их пропитанию и разведению. То есть, грубо говоря, попросту это было нерентабельно. До 90-х годов поголовье рыси настолько сократилось, что рысь обыкновенная была занесена в Международную Красную книгу. Любая охота на рысь стала строго запрещена и каралась законом. Отдельно рысь обыкновенная занесена в Красную книгу Московской области и по сей день. В настоящее время, опять же, благодаря переходу на коммерческую основу большинства охотничьих обществ, значительно увеличилось поголовье копытных в угодьях, в частности, европейской косули, что является непосредственной кормовой базой рыси. В том числе довольно-таки возросло поголовье зайца-беляка, опять же, благодаря отсутствию как такового промысла на них и возрождению сельского хозяйства. В основном считается, что рысь обитает в северном полушарии, то есть в северных регионах России. Однако за последние годы доносятся сведения из разных областных охотничьих обществ о появлении этой дикой кошки в угодьях. Причем что с юга, что с севера. Брянская и Орловская области, Тверская, Костромская и Ярославская губернии, Псковщина, Вологодчина. В общем-то, о появлении рыси в угодьях нам, охотникам, периодически сигнализируют егеря с тех или иных районов. Недаром я вам рассказал в начале фильма о пищевой цепочке. С увеличением численности копытных, то есть кормовой базы, собирается и хищник в эти места. Все это закономерно и понятно. Рысь является прирожденным охотником. Ведет ночной образ жизни. Охота начинается с позднего вечера и может продлиться до раннего утра. Днем, как правило, рыси отдыхают. Эта кошка проворно лазит по деревьям. Пользуясь тем, что, как правило, копытные не могут смотреть вверх, охоту ведет с деревьев. Но может нападать из земли, из укрытия. Атакует рысь, нападая со спины, и старается вцепиться жертве в шею, перегрызая центральный нерв и обездвиживая жертву. Блуждает такой миф, что рысь – это такая безобидная большая кошка с красивыми кисточками на ушах, которая не представляет никакой опасности. В основном этот миф родился благодаря ее размерам. Действительно, взрослая особь размерами примерно похожа на большую собаку. Случаев нападения рыси на человека крайне мало. И носит это, как правило, спровоцированный характер или, опять же, в качестве защиты своего потомства. Так же, как и медведица с пестунами, самка, безусловно, будет защищать своих котят. Ой, какие маленькие, хорошие, пушистенькие. Ой, а давайте подойдем к нему, а давайте возьмем на руки, погладим. Самка рыси, мамка, она где-то обязательно рядом. Она тут же трактует это как угрозу ее детям. Она на вас нападет. Убить и загрызть, скорее всего, нет, но нанести, благодаря своим мощным когтистым лапам, нанести вам травмы и увечья серьезные, это запросто. Шутки ли ради, однажды отправляясь на охоту на рябчика в знакомые мне угодья, как-то егерь сказал, говорит, ты, говорит, когда сядешь под дерево, будешь рябчика высвистывать. Ты, говорит, вот сюда себе закрепи деревянную дощечку на всякий случай. К нам, говорит, в угодья рыси зашли, говорит, пара. Есть. Мало ли что, они же с деревьев охотятся. Черт его знает. Кроме шуток, друзья, шанс встретиться и увидеть эту красивую кошку, скорее всего, у вас не выдастся за всю вашу жизнь. Даже если вы грибник или ягодник, да и нам, охотникам, такой шанс, наверное, скорее всего, и не выпадет. Дело в том, что рысь – это предельно осторожный хищник. И едва учуяв вас, она уйдет за много верст, вы даже ее и не услышите, и не увидите. В основном с дикой рысью встречаются егеря охотничьих хозяйств, ведущие учет поголовья копытных в своих угодьях. Но на всякий случай знайте, что такой хищник также
в наших широтах присутствует. Ну что ж, с основными хищниками, которые так или иначе присутствуют в наших широтах, мы разобрались, и теперь переходим к копытным. Несмотря на свою внешнюю мощь и размеры, лось, однако, является одним из самых осторожных лесных жителей. Правда, при определенных обстоятельствах лось может натворить бед куда больше, чем медведь. Благодаря своим мощным копытам лось в буквальном смысле срубает 10-15-сантиметровое дерево. Как правило, лось очень редко нападает на человека. Они плохо видят, но природа наградила их прекрасным слухом и отличным обонянием. Это основные его органы получения информации. Лось – предельно осторожный зверь, поэтому, едва учуяв или услышав вас, он развернется и уйдет так, что вы его даже не услышите и не увидите. И не сомневайтесь, при его размерах и внешнем виде передвигается по угодьям лось очень осторожно и тихо. Для того, чтобы лось напал на человека, человеку самому нужно будет хорошенько постараться. Это, скажем, возможно, если вы слишком близко приблизитесь к лосятам. В этом случае самка обязательно нападет на вас. В общем-то, надеюсь, вы уже все заметили, что материнский инстинкт присущ как хищникам, так и травоядным. Также особую опасность представляют самцы лося в период гона. Это, как правило, сентябрь-октябрь месяц. Даже опытные охотники идут на лося нареву с опаской. У нас есть даже такая мрачная поговорка: идешь на лося нареву, пиши завещание. В период гона у лося притупляются все остальные инстинкты, инстинкт самосохранения, выживания. На первое место выходит инстинкт размножения. И вот если вы по какой-либо нелепой случайности оказались на его территории, то самцом, скорее всего, это будет трактовано как посягательство на его зону, и вы будете без сомнения им атакованы. Также существует и другая опасность, о которой почему-то практически не упоминается ни в одном ролике. Это загонная охота на лося. Открываются загоны с 1 октября и заканчивается 31 декабря, как правило, ну, в зависимости от условий и регионов. Так вот, отправляясь в качестве бушкрафта или какого-то туризма, в октябре еще бывают теплые деньки, и вот туристы, чтобы захватить это время, несутся сломя голову в леса, выставляют лагеря, совершенно не учитывая тот момент, что именно в этом обходе есть вероятность проведения загонных охот. Вот в этом случае обязательно перед тем, как вы куда-либо собираетесь в угодье, изучите это угодье, сконтактируйте с местным районным охотничьим обществом, уточните, не проводится ли в место, куда вы собрались, загоны. Обязательно уточните место, куда вам разрешено будет отправиться в угодье в качестве вашего турпохода. Потому что гонный лось, ребят, я сейчас говорю не о периоде размножения, а лоси в загоне, гонимый лайками и егерями, лось может натворить огромное количество бед. То есть это фактически, ну вот представьте, несущийся на огромной скорости локомотив, то есть в буквальном смысле ломает все и крушит на своем пути, из-под копыт вылетают бревна. Если по какой-то нелепой случайности вы окажетесь у него на пути или там место вашей стоянки, он сметет это все к чертовой бабушке, даже глазом не поведет. Но также, если вы вдруг оказались в охотничьих угодьях в период загонных охот, есть велика вероятность, что вы словите просто шальную пулю. Дело в том, что охотники на номерах, они стоят не только с гладкоствольным оружием, кстати, пуля которого летит довольно тоже далеко и может и до вас долететь, но и с нарезным. Обычно они стоят на площадях, где-то более на открытых участках, 120 метров, 150 метров и так далее. И вот тут вот, как бы промахнувшись, допустим, по зверю, есть все шансы, что вы случайно словите эту пулю.
То есть вот зачем вам лишний раз рисковать, да, обязательно уточните, потому что я знаю, я смотрю эти ролики, когда осенью и именно в октябре, когда идут дожди, ребята, ну, выживальщики в том числе, стараются вам показать, как построить укрытие из подручных средств, там, из лесных материалов от дождя, как развести огонь и так далее. Совершенно забыв о том, что вот в данный момент здесь может проводиться загон на лося или кабана. Обязательно учтите этот момент. Ну и техника безопасности довольно проста. Услышав, вы услышите это за километры, рев лося, он ни с чем не спутаете. Не нужно идти на этот зов, не нужно пытаться его там выискивать и в зарослях, пытаться снять на камеру и так далее. Наоборот, разворачивайтесь и уходите. Гонный лось, это, еще раз вам скажу, это страшная угроза. Будьте предельно осторожны, если вы вдруг увидели лосят. Не подходите к ним, не надо идти их гладить, пытаться там как-то с ними контактировать, просто потихонечку уходите оттуда. Лосиха, она на стороже. Во-во-во, вот Лёшка. Селёнка, Андрей. Да. Где-то надо одна лежать. Лось, да? Да. Лось вот туда пошел. А как ты придешь спать сюда смотри? Ну вот, вот эта задняя часть. Не наблюдаю. А, вот этим опирается? Да. Давай где-нибудь почетче, Илюш. Вон. Посмотрим. Ну и поссал заодно он там. Вот, вот его копыта, да? Да. Вот смотри, вот эта вот передняя часть, ну, как бы ногти, а это задняя, где потолще, сердечко идет. Но это скорее всего корова ходила с теленком. Похоже на корову. Да. Быка более растопырена. Еще один всеядный представитель парнокопытных. Охотник в качестве пищи для кабана непригоден. Опять же, для нападения на вас кабана вам придется хорошенько постараться. Кабаны довольно плохо видят, однако прекрасно слышат и обладают превосходным обонянием. Учуять посторонние запахи в лесу они могут за 1-2 километра. Кабан это также довольно осторожное животное и ни при каких обстоятельствах не будет специально искать встречи с человеком. То есть, опять же, для нападения на вас кабана его нужно будет спровоцировать. Вообще стадо кабанов в лесу можно сравнить с армией. Во главе стада, как правило, находится матерая такая свинья, свиноматка, генеральша. За ней идут такие 3-4 годовалые подсвинки, солдаты и сержанты, назовем их так. В центре стада оказываются сигалетки, это 1-2 годовалые поросята. Ну, это такие новобранцы, при этом они, как правило, ведут такое шкодливое поведение, друг друга то и дело норовят тыкнуть пятачком, похрюкивают, повизгивают. Вслед за ними идут, опять же, также более взрослые подсвинки, а замыкает стадо либо, опять же, 1-2 свиньи и более слабые кабаны. При этом такой кабаний отряд имеет превосходную дисциплину. Свиноматка первая, она принюхивается, чувствует все, она читает лес. Стоит только ей уловить какой-либо посторонний шум или запах, она тут же замирает и как буквально по команде, не сговариваясь, замирает все в стадо, встают все. Свинья нюхает, принюхивается. Учуяв какую-либо опасность, она разворачивается, по команде у ней, за ней уходит и все стадо. Прям след в след, в буквальном смысле.
встреча с диким кабаном в угодьях, опять же, выпадает на долю нашу охотников. И в основном угрозу представляют даже не самки с сигалетками или какой-либо огромный вепрь, а поджарые полувозрелые самцы-одиночки. Их еще называют сикачи. Дело в том, что вот молодые, не особо опытные охотники, если вдруг на них выходит не сигалета, а какой-нибудь более крупный сикач, они бывают, что теряются. Даже бывает, что забывают, что у них в руках ружье. От неожиданности начинают убегать. Кабан, он, кстати, также реагирует, он может за вами и побежать. А еще хуже, если вдруг охотник такой стреляет не по месту, а просто делает подранка. То есть либо по касательной, либо несерьезное ранение. И вот тут у кабана присущая такая черта, он не убегает от опасности, а наоборот бежит на нее с целью ее устранения. Охотник даже бывает там бросает ружье, начинает убегать, и в принципе он тут же будет настигнут кабаном, растоптан и так далее. У кабана есть прекрасное оружие, это внутренние резцы, они острые как бритва, и внешние клыки, которыми он будет пытаться распороть вам живот. Скорость у кабана несопоставима, естественно, с вашей. Если вы будете от него бежать, это пиши пропало, он вас просто задавит весом и начнет дербанить. Постарайтесь забраться на дерево, только помните, что взрослый сикач, он может вставать на задние лапы и может дотянуться. То есть дерево, то есть забирайтесь повыше, насколько это возможно. А еще можно попытаться при уже довольно близком приближении кабана на вас попытаться отскочить в сторону. Кабан — это не самка, которая будет до последнего стараться устранить вас в качестве угрозы ее потомства. Он пронесется дальше, он не будет разворачиваться, вероятно всего, и уйдет дальше в лес. Так что начинающим охотникам, прежде всего, перед тем, как вы поедете в ваш первый или там второй загон, настоятельно рекомендую изучить анатомию кабана и стрелять четко по месту. Если вы не уверены, не надо стрелять, то есть стреляйте по четко видимо ясной цели. Это правило любой загонной охоты для всех остальных туристов, грибников и так далее. Если вы где-либо заметили в лесу стадо пасущихся кабанов, хотя это может быть крайне редко, это они должны вас просто проворонить, то есть свиноматка, увлеченная, например, приемом пищи, вас просто проворонила. Но такое бывает, то не вздумайте к ним приближаться. Если вы увидели вот еще сигалетки, а есть еще такие совсем маленькие поросятки, их называют арбузики, у них полосы вдоль тельца проходят, благодаря которым они и получили свое название арбузики. Так вот, не вздумайте к этим арбузикам подходить, пытаться опять же их погладить, взять на ручки. Они действительно очень милые, ну как и все дети, да? Вот. Но свинья, она вот в отличие, допустим, от той же даже медведицы, которая будет пытаться вас просто отогнать подальше от пестунов, вот свинья, она будет на вас нападать до тех пор, пока не устранит эту опасность. Определить наличие кабанов в угодьях можно достаточно легко по характерным нароям земли. Кабаны в поисках еды своими рылами буквально вспахивают землю, образуя множественные рытвины. Причем зимой прорывают толщу снега и докапываются до земли в поисках того же желудя. Ну и теперь, ребят, в качестве бонуса расскажу вам о змеях, потому что подозреваю, что в комментариях начнутся вопросы, а как же быть со змеями? В нашей полосе присутствуют два вида змей, в основном, которыми вы можете столкнуться. Это уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Первый, как вы понимаете, является абсолютно безвредным, это не ядовитая змея. Уж обыкновенный вас может укусить, и, кстати, это тоже неприятно. Хоть у нее и нет содержания токсического яда,
Но какую-то инфекцию и заразу занести через ранку также запросто. Вообще, как правило, змеи никогда не нападают первыми, особенно на человека. Никакой особой цели и надобности нападать на человека у змей нету, в том числе и у гадюки. Гадюка маленькая, она небольшая, а человек вы большой, поэтому не переживайте. Такое нападение, оно возможно только если вы наступили на змею, либо слишком близко к ней приблизились, либо в период размножения, это весна, приблизились к их гнездованию. Однако, как правило, перед нападением гадюка издает такое довольно сильное шипение, вы его услышите. То есть она вас постарается для начала отогнать. Если вас укусила гадюка, нужно первым делом в первые 10 минут постараться, либо если вы вдвоем или один и сможете дотянуться ртом до места укуса, постараться максимально отсосать наибольшее количество яда. Все равно он проникнет в кровь, но если вы отсосете, то симптомы будут намного более скрашены. Если же такого не получается сделать, яд проник довольно в большом количестве, он довольно быстро распространится по крови, у вас тут же подскочит температура, будет озноб, то есть вас будет колотить, при этом боль от в месте укуса будет все нарастать и нарастать. Ну, вы в походе за много десятков километров от населенного пункта в медицинское учреждение вам не добраться, вы один-одинешенек. Приготовьтесь справляться с этой бедой. На это у вас идет 2-3 дня. Приготовьте сладкое питье обязательно. Если есть таблеточка супрастина с собой, аллергическая реакция, выпейте, станет легче. Любое анальгирующее средство также чуть-чуть скрасит боль от укуса, притупит ее. И лежите. Вам придется много лежать. Постарайтесь поменьше двигаться, много пить и лежать. Чем больше вы будете отлеживаться, тем больше организм будет справляться с этим токсином, он его будет выводить. Естественно, у вас будет отек места укуса, он будет распространяться по конечности, даже может перейти и на тело, это отечность, ничего с этим не поделать. Как я вам говорил, в первые часы и даже примерно в течение первого дня боль будет усиливаться, будет, ну, привыкайте, в общем, будете терпеть. На второй, на третий день все это потихоньку будет стихать. И да, ребята, я надеюсь, всем понятно, что никакого алкоголя, то есть организму и так есть, что выводить у вас. К концу второго там, и третий день все это будет потихоньку стекать, отек спадать, болевые ощущения потихоньку угасать, и вы оправитесь. В качестве бонуса при этом вы получите резкий толчок для вашего иммунитета. В принципе, повторный укус змеи уже не вызовет таких же симптомов. В организме будет выработан стойкий иммунитет. В том числе вы довольно-таки серьезно поправите ваше здоровье. Это кроме шуток. Если вы где-то вычитали или где-то опять же посмотрели, что от этого вы можете умереть, я вам скажу так. Вероятность того, что вы умрете от укуса гадюки обыкновенной, составляет 0,1%. Однако все же постарайтесь где-то, если вы на рыбалке, в лесах и так далее, а эти змеи обитают практически повсеместно, старайтесь все-таки, передвигаясь, как-то следить то, что у вас находится под ногами. Эти змеи, они довольно неприметны и могут напоминать простую палку. Старайтесь все-таки смотреть, что у вас под ногами. Для тех, кто не может отличить простого ужа обыкновенного от гадюки, я вообще посоветовал бы не связываться ни с какими змеями, даже если вы их увидели и решили там поснимать, подойти, поизучать. Не нужно этого делать. Змеи, они очень осторожны, они никогда на вас не нападут, но будут защищаться. Конечно, в рамках данного фильма рассказать им о всем животном мире у меня не получится, да и такой цели я не ставил. Однако о большинстве зверей, с которыми вам так или иначе может выпасть шанс встречи вот в нашей центральной полосе, вы теперь знакомы. Особенно знакомы с их поведенческими особенностями и основными инстинктами. А перед тем, как я вам дам необходимые советы, как максимально обезопасить себя от встречи и нападения на вас дикого зверя, и свести эти шансы практически к нулю, хотел бы рассказать о некотором нетипичном поведении зверей. Один мой друг, биолог по образованию, не так давно мне рассказал одну интересную историю, которая приключилась непосредственно с ним. Находясь в биологической экспедиции в отдаленном таежном районе, он следовал по тайге 3 дня, и все эти 3 дня за ним шел медведь.
взрослый медведь. Этот медведь, да, у товарища было ружье с дробовыми патронами, которые, в принципе, как бы не особо могли как-то повредить этому медведю, а может даже и наоборот. Но медведь при этом не особо не приближался к нему, он не проявлял какой-либо агрессии, он просто шел или наблюдал. На третий день, не выдержав такого соседства, биолог забрался повыше на скальные породы и решил там отсидеться. И вот пока он весь день там сидел, медведь сидел и ждал его внизу. Через какое-то время, видимо, медведю это все надоело, он просто взял, развернулся и ушел. Он просто ушел и больше не появлялся. Вот и думайте, что это было. Это абсолютно нетипичное поведение для медведя. Как сказал мне мой друг, он посчитал, что у медведя просто съехала кукушка. Еще нетипичный случай поведения, в данном случае уже молодого лося, которого зарубежный бушкрафтер, передвигаясь зимой на снегоходе, сумел заснять на камеру. Здесь лось, вместо того, чтобы убежать от явной опасности ревущего снегохода с человеком на нем, начал наоборот атаковать снегоход. Кстати, случаи нападения лося на снегоходы с людьми оказались не единственными. Вот еще один ролик, где также группа ребят, передвигаясь на двух снегоходах, зимой столкнулась с лосем, который проявил к ним агрессию. И вот и думайте, что это за поведение дикого зверя. Это абсолютно нетипичное для них поведение, это не их поведенческие особенности и инстинкты. То есть, ну, на мой взгляд, это некое какое-то нарушение происходит. То есть, действительно, как бы с катушек зверь съехал по какой-то причине непонятной. Ну, как вот среди у людей же тоже бывают некоторые психические отклонения или расстройства. Также, наверное, и у зверей. Однако таких случаев довольно мало, и это является скорее каким-то исключением из правил. Ну и теперь, ребят, переходим к самому интересному. Есть некоторые правила, соблюдая которые, вы сможете спокойно и без опаски находиться в лесу, собирать ваши любимые грибы или ягоды, отправляться в турпоходы, или вот как мы, охотники, охотиться на боровую дичь. Передвигаясь по вашему походному маршруту, по лесу, шумите. То есть это не тот случай, когда нужно скрадываться, где-то идти тихо и так далее, не наступая на сучки. Наоборот, наступайте, разговаривайте в полный голос. Хотите, пойте песни, в конце концов. И иногда даже можно постукивать палкой по стволам деревьев. Если вы, допустим, идете один, что-то бубните себе под нос. В большинстве случаев зверь вас слышит довольно издалека, поэтому и чует вас. Обозначайте всячески свое присутствие. У зверя включается инстинкт самосохранения. Он не будет с вами связываться, не будет искать себе приключений. Будет разворачиваться и уходить, подниматься с лежек и так далее. Недаром грибники, особенно в паре или там в семье, периодически окликают друг друга ау. Это делается не только для того, чтобы всегда находиться в поле зрения и контроля, чтобы не потеряться, а еще и для того, чтобы обозначать свое присутствие лесным жителям. То есть это все правильно. Аукайте, атукайте и так далее. Ходите, разговаривайте. В вашем базовом лагере особое внимание уделите хранению продуктов питания.
Как правило, именно эти запахи очень сильно привлекают дикого зверя, особенно, кстати, в частности, медведя. Они очень любопытны и улучшат момент обязательно наведаться к вам в лагерь, почуяв что-то вкусненькое, попытаться это утащить. Прячьте продукты обязательно на ночь со стола в походный холодильник. Это может быть и земляной холодильник. Кто не знает, что это такое, я уже показывал на канале, это есть. На всякий случай ссылочка в описании, посмотрите. То есть обязательно внимательно подходить. Да, не стоит рассовывать продукты по палаткам. Я вот сейчас не шучу, а такое ведь тоже бывает. То же самое касается всяких пищевых отходов. Упаковывайте это все тщательно в 2-3 слоя мусорных мешков и желательно закапывайте, потому что вот на эти запахи зверь очень хорошо реагирует. Большинство хищников ведет, как правило, ночной образ жизни, и оставив какие-то продукты, недоеденные остатки на столе, допустим, или плохо их спрятав, упаковав, вы можете на утро быть приятно удивлены. То есть, как минимум, от них не останется и следа. Либо они будут обглоданы и валяться по всей территории вашего лагеря. В том числе это же касается и птиц, всякого воронья. Они просто это все дело склюют у вас. В лучшем случае вы просто окажетесь без еды. Также в лагере обязательно жгите костер. Объяснять, я думаю, это вам не нужно. Огонь является, так же, как и человек, угрозой номер один для любого зверя. Волки могут где-то вдалеке наблюдать, вслушиваться, но никогда не подойдут к огню. Это учитывайте и поддерживайте костер, желательно всю ночь. Перед выбором места развертывания вашего лагеря внимательно осмотритесь по периметру и в стороне от лагеря на наличие каких-либо звериных троп, не дай бог, каких-то лежек или нароев. Не нужно размещать лагерь в этих местах. Наткнувшись на звериную тропу в лесу, не следует ее вытрапливать и двигаться по ней. Даже если это какой-либо зайчик или лисичка, есть шанс, что этот зверек уже кем-то добыт и находится под охраной этой добычи. Поэтому не надо ходить по тропам и искать приключений. И самое главное, я надеюсь, вы уже поняли, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь и не ищите встречи с молодняком любого вида зверя. Самка на чеку, она будет, вот 99% ваше действие будет ей трактовано неправильно. Она вас не поймет, вы для нее будете угроза для ее потомства, она будет вас атаковать. Также бывают случаи проявления, ну, таких сердобольных чувств у людей. Я, конечно, понимаю, это очень хорошие и добрые чувства. Когда, например, какой-либо детеныш, например, волчонок попал под завалы, где-то под бревном там пищит, вопит, вы стараетесь ему помочь из добрых побуждений. Однако в данном случае вы 100% будете атакованы его мамой, то есть самкой. Вот здесь она и так вся предельно насторожена, она вся на нервах, у нее детеныш в беде, она пытается ему как-то сама помочь, а тут появляетесь вы, и вы будете точно не так трактованы. Она на вас обязательно нападет еще с двойной яростью, и ваши благие намерения обернутся для вас же бедой. То же самое касается упавшего гнезда с птенцами. Да, вы, наверное, хотели помочь маленьким пищащим комочкам подойти, куда-то взять его и поставить на ветки деревьев. Этого делать не нужно. Вы не знаете, чьи это птенцы. Это могут быть птенцы черных воронов, соколов и так далее. Они соберутся стаей и просто нападут на вас сверху. У них довольно серьезные когти и мощные клювы. Они вас просто заклюют. Но если не насмерть, конечно, то нанесут увечья. В общем-то, ребят, старайтесь вообще никак и никаким образом не вмешиваться в жизнь диких зверей. И даже те, кто попал в беду, я понимаю, да, конечно, хочется помочь, это нормально, но вот вы сами на себя накликаете беду. Существует также случай неожиданной встречи с диким зверем. Вот, допустим, вы идете и вдруг замечаете какое-то движение, и что-то остановилось, это что-то большое, ну, либо, допустим, это может быть волк какой-то, где-то метров 100.
Вы думаете, что зверь вас не видит, или тот же лось. На самом деле это не так. Он давно вас обнаружил и наблюдает за вами. Дело в том, что зверь, он помимо того, что контролирует вас, он принюхивается, он еще и оценивает окружение. В данном случае, вот от, опять же, может быть, от оторопи такой, да, от неопытности, от страха, иногда, часто человек начинает убегать, стараться спастись, куда-то бежать спиной. Вот если это хищник, ну, ребят, все, он вас обязательно нагонит. То есть у него не было изначально никакой особой цели на вас нападать. Он вас оценивает, и он вас тоже опасается. Потому что проверять, что это за двуногая особь, у него желания особого нету. Вероятно всего, он хотел бы с вами расстаться полюбовно. Но вы же сделали грубейшую ошибку. Вы побежали, и все, как бы жди беды, да, что называется. Поэтому, если так случилось, постарайтесь как бы вообще медленно отдаляться, но постарайтесь вообще спиной или в полубоком, но ни в коем случае не поворачиваться к зверю спиной и убегать. Отходите медленно. Не надо ползти никоим образом, а просто потихоньку отходите подальше. Зверь с большей вероятностью он также отойдет и уйдет куда-то в другую сторону. Это будет самое лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации. Вообще, на мой взгляд, идеальное отношение с диким зверем на лоне природы должно быть что-то наподобие прекрасных отношений соседей в коммунальной квартире. По принципу, чем реже видишься, тем лучше. И последнее. Я вот вам рассказываю, но понимаю, да, вот некоторых авторов, которые действительно искренне пытаются вам что-то посоветовать, как защититься от хищника, допустим. Но поверьте, если хищный зверь задался целью вас добыть в качестве еды, он это сделает, несмотря ни на что. Вам ничего не поможет. Не надо питать особых иллюзий. Как где-то в комментариях я прочитал, там у одного блогера писали, в конце концов Мишка тоже кушать хочет. Ну и самое главное, друзья, помните, лес – это не ваш дом, это не ваша среда обитания, вы здесь гость. Поэтому и относитесь к лесу как самый добропорядочный и желанный гость. Не нужно обижать и каким-то образом причинять вред природе. Это касается не только зверей, это касается и растений, деревьев, даже травинки или тех же насекомых, там, тех же муравьев. Не обижайте их, не обижайте природу, а наоборот, старайтесь ее понять, почувствовать. Передвигаясь где-то за грибами и так далее, просто иногда присядьте под ствол какого-либо дерева, посидите так чуть-чуть, отдохните, почувствуйте. Постарайтесь в вашем сознании вот переключиться с уровня материального на уровень созидания. Я вас уверяю, тогда для вас откроется мир совершенно в других красках, в том числе и природа. Вы много чего увидите и поймете. Ну и хотел бы сказать вам большое спасибо, что меня смотрите. Мне многие пишут в комментариях, какие планы на лето. Ребят, на лето все у нас нормально. Я подготовил такие интересные материалы, с которыми нам с вами предстоит разобраться. Так что следите за каналом, там будет много интересного. Мне же остается пожелать вам большущей удачи. Смело выбирайтесь в лес, не бойтесь. Кстати, грибы уже пошли, ходите в походы. В общем, прекрасного вам отдыха на природе. И пока, увидимся.